Массовые беспорядки в Берлине. В ночь на субботу неизвестные в масках жгли автомобили, мусорные баки и строительные заграждения. На улице Ригер толпа громила витрины и разбирала мостовую. На место прибыли силовики с собаками. Завязалась потасовка. В правоохранителей полетели бутылки, камни и петарды. Одна сотрудница полиции получила ранение. Над районом подняли вертолет. Полиция задержала одного человека, остальные скрылись.